Никакие обращения к правительству, петиции и жалобы не влияют на беззаконие в нашем государстве. Только массовым выходом на улицы можно добиться мгновенного результата. Если вы не хотите, чтобы на вас и ваших детях ставили опыты, выходите к городским акиматам вместе с друзьями. Мы создаем площадку для выражения протеста. Если мы этого не будем делать, что получится? Разрозненные, недовольные силы будут выходить мелкими группами, власть будет их подавлять, сажать в тюрьму, штрафовать, и фактически никакого сопротивления в обществе не будет. Должна быть организующая, политическая организация, которая понимает, куда ведет страну, что будет в будущем построено. Мы всем этими возможностями и качествами обладаем. Мы знаем, какую страну построим. Мы знаем, что мы будем делать, какие отрасли развивать. Мы знаем, что будем строить свободную демократическую страну. И в этом смысле мы именно, как политическая организация, взяв на себя эту ответственность, призываем вас 31 июля в 12 часов дня около акиматов городов выйти на массовый протест. Нет принудительной вакцинации, свободу политическим заключенным. Всей страной мы выходим на митинги 31 июля. В 12 часов и собираемся перед городскими акиматами. В Астане выходим на митинг по следующему маршруту. В 11:30 собираемся на набережной возле памятника Кинесары-хана. Далее шествуем в сторону городского акимата. В 12 часов проводим митинг перед городским акиматом на улице Бейбит-Шелик. В Алматы выходим на митинг по следующему маршруту. В 11:30 собираемся на Арбате возле ЦУМа. Далее шествуем в сторону Старой площади. В 12 часов митингуем на Старой площади возле КБТУ по улице Толия-Би. Если 31 июля протестующих будет мало, там остается всего лишь 10 дней, когда у вас есть еще возможность выразить свою волю, сопротивляться. А сопротивляться мы можем. Собственно, если в европейских странах выходит по 2 миллиона человек, и они решают любые вопросы, почему мы не можем? Берите с собой плакаты, громкоговорители и все, что необходимо для яркого и видного протеста. Зовите друзей и знакомых. Делитесь со всеми информацией, чтобы как можно больше людей знало о месте и времени митинга.